1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Роман Бекич, пожалуйста, у вас комментарий по матчу. Ну, в целом, я уже говорил, при не очень убедительной игре в обороне, вынужденных заменах, связанных с травмами, мы создали достаточно много моментов для того, чтобы даже выиграть. Но ничья есть ничья. Пожалуйста, представляйтесь и вопросы по матчу, и, может быть, по итогам сезона. Мазовский Антон, Курбан Кевич. Что все-таки удалось за это? Спорт.ФМ Москва, Антон Балзовский, скажите, все-таки, что удалось за этот сезон сделать? Понятно, что все, наверное, не получилось, то, что хотелось, но какие-то краткие итоги действительно сезона подведите. Ну, первое, удалось стабилизировать, так будем говорить, финансовую ситуацию, да, стабилизировать в каком плане, договориться с легионерами, которых отпустили 17 человек у нас, мы покинули команду. И вот здесь есть какое-то удовлетворение. В плане игры самой конкретной, перестроения, которое сейчас происходит, они есть удовлетворение в некоторых матчах, эпизодами. Но в целом мы знаем, куда идем и как надо это делать. Другой вопрос. Будущий сезон. Какова будет ситуация финансовая? Позволит ли нам кого-то сохранить или кого-то приобрести? Здесь уже дело времени. Еще будут вопросы? Курбан, Антон Тихий, независимая спортивная газета. Курбан Бекевич, ну, если поговорить о будущем, в каком направлении вы хотите, чтобы команда развивалась? Что вы хотите сделать вот в ближайшее лето? Ну, первое, это игроки. Нужны игроки, которые могли бы играть в ту игру, которую мы хотим видеть. Это, прежде всего, позиционно-конструктивная атака с определенным интеллектом. И в целом у нас обойма своя есть, но хотелось бы еще все-таки усилиться. Ну и радует то, что у нас в каждой игре моменты, причем такие не один спонтанный, а несколько для взятия ворот. Реализация хромает, но это как и у всех. Ну и надеюсь, что в следующем году вот все-таки мы стабилизируем состав. Да, Курбан Бекевич, скажите, недавно была озвучена заявка сборной России, и там достаточно много игроков Рубина. Стало ли для вас это неожиданностью, или все-таки вы ожидали, что вы чуть ли не сейчас базовым клубом сборной окажетесь? Нет, неожиданности не было, потому что из той ситуации, которая, к сожалению, у Черчесова есть, травмы игроков, защитников в основном, выбора у него в основном не было. Поэтому это не было ни неожиданностью. Ну, радует то, что ребята в какой-то степени за год прибавили, их вызвали в сборную. Но надеюсь, очень надеюсь, что они не подведут. Спасибо. Пожалуйста. 21 век, Валерий Хабелевский. Курбан Бекевич, подскажите, вот при рассмотрении кандидатуры Черчесова, ваша тоже была одной из первых. Его контракт заканчивается после чемпионата мира. Вы будете рассматривать возможность работы в сборной, если поступит предложение? Ну, давайте на другую тему будем говорить. По игре и о команде, а не обо мне. Пожалуйста. Курбан Бекевич, еще такой вопрос. Все-таки так или иначе сезон закончился. Скажите, вы есть ли понимание, остаетесь вы и куда дальше пойдет Рубин? Да, это точно остаюсь. Да. Какая бы ни была ситуация финансово сложная, мы в любом случае остаемся. И думаю, что мы со следующего года будем развиваться, какова бы она ни была. Я уже говорил о усилении состава. Это не значит, что финансовые вложения большие должны быть. То есть они незначительные, но у нас есть уже несколько игроков достаточно неплохих. И кто-то свободный, кто-то в аренду, кто-то минимальный трансфер, который позволит там усилиться. Если вопросов больше нет, позвольте завершить пресс-конференцию. Спасибо. С окончанием сезона. Вас тоже. Спасибо.